Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И в этом видео я расскажу вам, по какому принципу я выбираю продукцию из каталога Oriflame для того, чтобы помочь клиентам с выбором продукции, чтобы их заказ был максимально им полезен, интересен, и чтобы сразу они могли определиться, что хотят приобрести. Почему я делаю такие закладочки? Дело в том, что в каталоге у нас очень много продукции всего в Oriflame, более 1500 наименований. Представьте, ни один человек не осилит сразу понять и принять информацию о каждом продукте. Но если мы говорим о нескольких, 3, 4, 5 продуктов, то клиенту, конечно же, проще сделать выбор. И поэтому я всегда предлагаю такие маленькие акценты. Ну что, посмотрим, что я вам хочу предложить. И заодно покажу продукцию. Здесь у нас будет топ 12 продуктов, которые я выбрала. Не смогла удержаться. Конечно, я бы больше еще показала, но я решила поставить себя в жесткие рамки. Ну все, начинаем смотреть. Итак, каталог номер 16 будет у нас действовать с 19 ноября по 8 декабря. И я вам сейчас покажу топ 12 продуктов, которые я определила как самые будут популярные, ходовые и которые выгоднее всего предлагать нашим клиентам. Я сделала такие удобные закладочки. И, конечно же, это будет первая серия, которая включает в себя несколько продуктов. Это пена для ванной, большой объем 300 мл. Она просто закрывается на крышечку, откручивается, наливается в ванную сколько нужно. И прикольно пахнет, кстати, такой пузырь. Оп. Что хочу сказать, что пеной для ванн также можно пользоваться, как и гелем для душа, в принципе. Эффект тоже классный получается. Просто если вы не пользуетесь пеной, можно использовать по-другому. Далее, это крем для рук. Секрет, пряный сюрприз, да, как по-английски читается, могу что-нибудь приврать. Хороший, классный крем. Я бы его назвала даже лосьончиком. То есть он такой легенький, невесомый, классный лосьончик, прикольный. Вот, он быстро впитывается, оставляет тонкий аромат. Мне очень нравится, что аромат такой не жесткий, а мягкий, приятный. И мыльца. Мыло идет в красивой праздничной упаковочке со звездочками золотой, золотыми все расписано. И сам кусочек мыла как леденец. Его так и хочется лизнуть, но лучше этого не делать, а использовать его только для того, чтобы помыть руки или искупаться. Вот такой красивый наборчик. Почему я считаю, что он будет очень ходовой? У него очень приемлемые цены. Его можно комбинировать, например, взять крем для рук и мыло, или одну пену подарить. То есть все это доступно, в принципе, вот, ну, крем для рук по цене шоколадки, а пена для ванны по цене хорошей шоколадки, а мыло так вообще просто поелись. Поэтому я считаю, что этот продукт будет пользоваться большой популярностью. Так, следующая закладочка у нас прячется здесь. Набор эссенса бузина и бергамот. Именно набор будет пользоваться популярностью, потому что цена на набор 499 рублей, если выполнить условия. То есть если ваш заказ из каталога на 1190 рублей, то вы можете взять один набор. Если у вас два раза по 1190, значит два набора. Как я предлагаю клиентам? То есть я делаю акцент на этом наборе, в который вот включает в себя такие большие флаконы. Кстати, они здесь прям вот крупнее даже, чем оригиналы чуть-чуть. Классно. Мыло. Классное, красивое мыло. Для рук и тела мыло жидкое. И лосьон для тела. Как я его предлагаю? То есть я сначала показываю выгоды этой покупки, что всего за 499 рублей целый набор, который, конечно же, можно оставить себе, можно подарить. Это чудесный, красивый подарок. Но я потом говорю, что нам с вами нужно всего лишь на 1190 сделать заказ из каталога. Если человек говорит, для меня это очень, ну, очень дорого, я не могу себе позволить, то я предлагаю показать друзьям, соседям, родственникам, то есть с кем работаете рядышком в коллективе и так далее. Или, если это мой хороший клиент и всегда делает хорошие заказы, я могу просто сделать подарок. То есть, да, не выполняя условия, человеку все равно организуют такой набор, но это все по ситуации. А в общем-то, в основном люди с удовольствием соглашаются попробовать каталог показать кому-то близким,
взять дочки там на работу и так далее, и делают такие вот классные покупочки. То есть мы увеличиваем свой заказ. Я думаю, что огромной популярностью будут пользоваться масочки. Я себе взяла две. Одна с личи, это маска-пленка, и вторая питательная маска какао. Я считаю, что это очень красивый подарок. Смотрите, как здорово оформлены масочки. Это красивые, качественные коробки, не хлюпкие, то есть качественные, жесткие, то есть их так вот не помнешь. Тут соседи ко мне пытаются пароход, наверное, пробить, чтобы ходить в гости. И смотрите, как они оформлены, как вкусные джемы. Поэтому нужно сразу предупреждать, что это налицо, это не есть. Это нужно мазать на лицо. Такой объем масочки обычно хватает на 2, даже на 3 раза. Питание лучше делать и на лицо, и на шею, а маска-пленка идет только на лицо, поэтому ее хватит на 3 использования, мне кажется, точно. Но я когда попробую, уже смогу вам точно сказать, какой расход у этой маски. Так, дальше. И цена всего 99 рублей. Прелесть. Я тоже всегда говорю, как бы сделать человеку маленький сюрпризик, что-то приятное. Конечно, лучше сделать продукцию, чем просто подарить какой-то сувенир, там, я не знаю, какую-то ерунду. Будет пользоваться огромной популярностью тушь с эффектом накладных ресниц. Если мы берем две туши, то она идет всего за 199 рублей. Вот как раз у меня заказали две туши, потому что это очень выгодное предложение. Тушь отличная, я бы сказала, что шикарная. Одна из моих любимых тушей. Следующий продукт, который я приготовила. Ну, на самом деле, трудно было выбирать из наборов то, что будут люди лучше заказывать. Я не знаю, потому что здесь все наборы хороши, и женские, и мужские. Поэтому просто обращайте внимание, спрашивайте, на какой бюджет люди рассчитывают сделать подарок. И я вам покажу, у меня есть парфюм «Лидер» Миша. Не у меня, а у Миши. Вот взяла показать, уже почти половина использовался. Честно говоря, когда я первый раз услышала этот парфюм, мне он не очень понравился. Как-то я его не поняла. Но чем больше Миша им пользуется, тем больше я в него влюбляюсь. И считаю, что это крутой аромат. Он, кстати, очень стойкий. И тут большой объем. У него 100 мл. Представляете? Если во всех женских ароматах 50, то в мужских бывает вот и такой большой объем. Очень вкусный, классный аромат. И мы даже такие ароматы подарили нашим папам. И им тоже очень нравится. То есть шикарное предложение. А у нас здесь идет аромат и мужской гель для душа всего за 399 рублей. И я думаю, что вот этот аромат тоже будет пользоваться огромной популярностью. У меня, правда, его нет. Конечно же, детская тема. Но как же без этого? И сейчас набор мини-маус у нас идет за 329 рублей, если брать два продукта. Это, конечно, выгоднее намного, чем по отдельности. Здесь у нас идет шампунь и кондиционер с обалденно вкусным ароматом ягодным. И парфюм для девочек тоже с таким же вкусненьким ароматом. Я думаю, что девчонки будут визжать от этого розового цвета, от этого мышонка с бантиком, который обожают, мне кажется, все взрослые дети. Поэтому это очень хорошее предложение. И не удержусь, сразу же покажу это все в детской теме. Просто чтобы вы видели, как это выглядит. Набор, он и мальчикам подойдет, и девочкам, такой унисекс, я бы сказала. Супер семейка 2, тут шампунь для волос и мыло. Всего за 199 рублей. Ребят, ну вот сейчас даже по гостям ходить, когда идешь в гости у кого и к людям, у которых есть детки, то нельзя прийти без подарка. Хотя бы кусочек мыла нужно ребенку подарить. Поэтому у меня всегда детские запасы я пополняю, многое раздариваем, что-то не раздариваем, что-то продаем. Так, здесь, на этой страничке, шикарные бочонки с кремами. 250 мл. Я вам покажу медовый, просто чтобы вы понимали формат. Может быть, вы новичок, не знаете. То есть это огромный целый стакан крема в красивой банке. Тут у нас 5 ароматов. Мне кажется, выбрали самые лучшие ароматы. Я люблю все, особенно вот эти мои любимые. Икла я давно не беру, но тоже мне очень нравился. В свое время несколько подряд флаконов использовала. Шикарный аромат Love Potion. То есть на любой вкус. Всего за 299 рублей парфюмированный крем. Вот такой большой, классный. Его очень красиво дарить. Если упаковать вот так вот в прозрачную слюду, завязать бант, то это самостоятельный будет классный подарок. Вот, рекомендую. А потом эти баночки, кстати, можно использовать как шкатулочки.
Так, далее, чтобы я выделила, это румяна в шариках. Покажу вам свои румяна. У меня тоже такая же баночка, им уже много лет, уже даже вот ободралось немножко. Но я ими пользуюсь каждый день практически. Вот они чуть-чуть уже истерлись, но практически незаметно. Обычно таких румян хватает на несколько лет. То есть, представляете, какой концентрированный здесь... То есть кисточкой мы набираем и румяна наносим на щечки. Цена, обратите внимание, всего 519 рублей. И, кстати, кисточка 299. При условии, что вы взяли любой продукт из каталога. То есть вы говорите клиентке, посмотри, какое чудо. Хочешь? То есть стоит 1400, хочешь за 519? Давай что-то еще из каталога выберем, и будет тебе счастье такое. Вот, я считаю, что это самый ходовой продукт. Будут брать с удовольствием. По крайней мере, я каждого своего клиента обеспечила румянами. Одно время у меня их заказывали, по 5 штук было в заказе. Сейчас все обеспечены, их действительно долго хватает. Далее, обращаю внимание на тональную основу. Giordani Gold. Это антивозрастная тональная основа. Вот она приходит в коробочке. Сейчас аккуратно попробую открыть, потому что у меня под заказ эта коробочка. Не получается открыть аккуратно, а неаккуратно не хочу, потому что отдавать клиентам. Поэтому не буду открывать, но вы видите, это толстое стекло. Тон идет с дозатором, то что очень удобно. Я на самом деле не очень люблю продукцию в тюбиках, потому что что-то выдавливается, растекается. Здесь все герметично, все закрыто. Шикарная тональная основа, красивая, классная SPF 8. И хорошая цена. Всего 459 рублей. Какая прелесть. Так, далее. Что будет еще огромной популярностью пользоваться? Это новинка. Новая помада серии «Иконы стиля» Giordani Gold Metallic. Я заказала себе сразу 3 оттенка. Они приходят в очень красивых коробочках черного цвета. Картоны я их уже все выкинула. Сама помада шикарно выполнена, золотая металлическая упаковка, очень дорого выглядит. Я взяла 3 цвета сверху. Это сияющий нюд, такой оттенок буду вам показывать. У нее плотная текстура, но при этом она не сушит губы, хорошо увлажняет, классно лежит на губах, долго лежит на губах. А у меня оттенок холодная роза, с рядышком нанесу. Смотрите, какое сияние. И у меня оттенок рубиновое мерцание. Кстати, она у меня сейчас на губах. Если вы обратили внимание, такие классные цвета. Посмотрите, как они все сияют. Когда вот движение идет, как падают лучи света, помада меняется. То есть где-то ярче, темнее, где-то блеск какой-то пошел. Честно говоря, удивительная помада. Хотелось бы, чтобы это была постоянная коллекция, а не ситуационная, потому что такие помады действительно очень хороши. Вот именно предлагать их легко, потому что они эффектные, красивые. И вот по такой цене, 339 рублей, мне кажется, будут брать с удовольствием. Далее, это набор, целиком весь набор. Я не стала его разделять на закладочки. Мисс Giordani, но акцент основной все-таки набор из, состоящий из крема для душа. Смотрите, какой дизайн потрясающий. Просто вот, просто роскошь. Такое сочетание на черном фоне, золотые буквы. И вот это вот цветок, как будто это расшито, да, шитье. Очень круто, очень. И лосьон для тела. Представьте себе, что весь этот набор стоит всего 299 рублей. Если человек заказал любой продукт из каталога. То есть человек берет набор и какой-то продукт, например, помаду и набор. И, конечно же, тут же в тему показываю парфюм. У нас на следующей страничке. Это одна серия, поэтому я не стала дробить. Это тоже парфюм. Посмотрите, какая коробочка. У меня даже рука не поднимется выкинуть это чудо. Это вот просто произведение искусства. Такое чувство, что это все объемное 3D. Как будто расшита коробка. Аромат мне понравился. Не могу сказать, что мне много ароматов нравится, но есть любимчики, и этот будет моим любимчиком, потому что очень ярко звучат нотки персика, ванильная орхидея, классно прямо прослеживается вот этот запах, аромат ванили. Мне понравилось то, что он такой
энергичный. Кто-то считает его вечерним. Нет, я бы такой аромат именно использовала в течение дня. Я так и буду делать, потому что, ну, для меня это не тяжело, не нагружается. Роскошный флакон. Посмотрите, как это все здорово сделано. Супер. Он как будто бы такой вот изогнутый прямоугольник, выгнутый. Просто очень здоровски. И завершает наш топ-12. Это маленькие парфюмчики на последней страничке. Всего по 249 рублей. Я вот два взяла, вам продемонстрирую коробочки. Еще их не открываю. Буду предлагать клиентам. Красивые флакончики. Самое главное, что они идут с дозатором, то есть с распылителем, что очень важно. Многие спрашивают. И то, что они полностью соответствуют основному аромату. То есть, да, если это Giordani Gold Essence, он будет пахнуть точно так же, как из большого флакона. Позас будет точно такой же, как наш любимый Позас. Я взяла свои два любимых аромата, конечно же, потому что я всегда предлагаю людям то, что я сама люблю, то, от чего у меня, как говорится, да, в какой-то восторг в какой-то степени, и я не могу рекомендовать то, что мне не нравится просто-напросто. Вот, такой у меня получился топ-12. Я вам рекомендую также сделать закладочки на продукты, которые вы считаете классными, и отдавать каталог с закладками. Потому что клиенту будет проще пробежаться сразу по закладочкам и выбрать что-то из того, что вы ему предлагаете. Конечно, он посмотрит и весь каталог, но акцентики будут ему как будто, знаете, как якоречки такие, что это нужно взять. Поэтому я уверена, что у вас будут классные продажи, вы заработаете больше денег для того, чтобы классно отпраздновать Новый год и сделать подарки на те, которые хотят получить ваши близкие, а не те, на которые вам хватает денег. Поэтому старайтесь, предлагайте каталог, он роскошный и очень хорошо продает сам по себе, его просто нужно отдать, и все. Спасибо за внимание, надеюсь, вам полезно это видео, пишите комментарии. Если нравится, ставьте лайк. И до новых встреч в наших роликах. Пока-пока. GoPro Stop Video.